В ночь с пятницы на субботу на Самару обрушился снегопад. Городские власти оказались готовы к капризам природы. За ночь вывезли порядка 8000 тонн снега. Расчищали городские дороги, тротуары, остановки и дворы. Также обрабатывали все пути реагентами. Задействовали 150 самосвалов и 40 погрузчиков. Прогноз нам, в принципе, гидрометцентр дает заблаговременно. То есть о том, что ожидается снегопад еще с четверга, были проинформированы все предприятия, отраслевые устройства, управляющие компании, районы. Ночью по всему городу курсировали специальные автопоезда. В составе колонны в промышленном районе 5 машин, сгребающих снег с помощью плуга. Такие колонны работают преимущественно ночью, чтобы не создавать пробки. К утру, в общем-то, должен весь объем работ быть выполнен максимально, чтобы, соответственно, коллегам по работе в день меньше делать. Поэтому, все силы вот в организацию, в контроль. Всего по городу курсировало 7 колонн автопоездов. В ночь на уборку улиц вывели свыше 300 единиц техники и порядка 100 рабочих для расчистки вручную. Уборка этой смены продолжалась до утра. С началом выходных рабочие передали эстафету своим утренним коллегам. Таким образом, уборка снега проходила в режиме нон-стоп. Главная задача, как требует и губернатор, и глава города, это работаем на посадочных площадках, в первую очередь тротуары для понимания картины, и все социальные объекты. С начала сезона на специальные снежные полигоны, которых в Самарской области 9, вывезли около 718 тысяч тонн снега. Мария Левина, Николай Епифанов, «События».